Ну да, уже теперь точно нихуя не спасет. Ну, ну слушай, а теперь у меня сработает пинки. Тебе магнетик не давали, на то смотри. Спасет ли это нас, Андрюх? Ну, сомнительно. Но, с другой стороны, 4 магнетика за этот ход. Это прям радость. Ой, get a 2 random max, the start, черт, get one, two more. И это триплет. Спасибо. А у меня то же самое с андедами. Даже фунгуса, наверное, возьму. Ты мне там чувака не хочешь прислать? Купить, отправить, купить, отправить. Давай, давай. Ну, Реборн, конечно, просто добрый вечер прилетел. А вот это мы сейчас поиграем. Ой, а мы еще вот это-то как поиграем. Чувствуете легкую поигранность? О, Велвишер, это, кстати, интересно. Кого бы поставить? Ну, видимо, пока без Велвишера. Блять, будьте аккуратнее. Наверное... Ладно, я не керри. Значит, вот так вот. Не знаю, я бы все равно мумифайер бы ставил. Ну, это значит рыцаря продавать. Или Ксилобон. Сейчас, если Ксилобон опять умрет сейчас... первым. Да, вот, я тоже об этом подумал. Ну, сейчас бы яд влево было бы вообще божественно. Ну, яд бьется изумительно, самую прекрасно, конечно. Шишку. Ну, ладно, тебе все равно должно хватать. Вопрос теперь, какой ценой. Ну, пока простой ценой. Ну да, нормально. Нет, то, что у тебя сейчас реборн вообще на всем сидит, это как, это у тебя столько ребеблинга. Найс, nice, спасибо за ребаблинг. Плохо, что второй ребаблинг проебался. Ну, тут уж извините. Не, ну ты заводил ну и хорошо. И я он сейчас, кстати, выпилит же. Класс. Красота. Ну, я зато не факт, что покручусь тогда теперь. Ай, надо влево. А ну, барак влево. Уева. Понятно все. Покрутили Грейвнаратора миллион часов. Да уж. Ну, конечно, сочный впилинг произошел, но... Как? Спасибо за автоматона, господа. Ищем шестую. И что мы находим в шестой? А мы находим по Рипера. Рустам, не торопитесь. По-моему, яд продается, Андрюх. Есть такое ощущение. Или вообще 8-4 продается и ставится второй битбоксер. Да, ты прав. Потому что они все равно у тебя будут с реборнами. Типа, по сути, то же самое, только лучше. Ну и поехали. Бабл туда, Лулабота туда. Бабл сюда, реборн сюда, всё Лулабота сюда, еще бабл сюда. Корабль, арт-стайл. А все корабли здесь? И четверочка. Ну вот четверочка точно вместо яда. Ну теперь вопрос. Надо поснимать, надо не пропускать штаны, потому что такое количество бабл у таунтов это очень плохо, потому что это ну, ректик кайда ребабла. Ну если я увиду, увижу. Пока, к сожалению. Давай. Бля, сейчас может поставить вместо яда. Да, конечно. Кто там билборы у тебя очень много всего висит, естественно. Так, а чел у тебя... У тебя дефлекта бота нет еще. Хо-хо-хо. Давай. Получите. Распишитесь. Это да, за реборнами не видно, какой он там. И сейчас я первым, кстати, сражаюсь. Так есть что шанс ты покрутишь. Реализовать. Бля, у меня рука пиздец просто какая-то. Жеванный крот, а не рука.
Ну, я тут вообще никого не убиваю. Да. Ну, спасибо, что два бабла сняла об эту херню. Да. Ну, сейчас у меня есть шанс тебе что-то прислать. Ну, вот ты что-то одно шанс, прислал. Ага, есть шанс, проверяй. Нет, одно что-то, что-то успел прислать. Но все равно сам факт того, что у них первый удар после таунта Грейв Нарейтера, это кек. Что пишет? Да. 67% наш. Ну, сейчас посмотрим. Может, если у тебя сплэш в центр, то норм. Если сплэш не в центр, то до свидания. Ну, сплэш неплохой на самом деле. Сплэш, кстати, вообще, тебе ровно хватило даже убить шишку. Так, окей, первый раз он умер. Ой, баба. О, у меня четверка сейчас триплет соберет. Серкчам. Ну да, этот послабее, но... Тебя тут тоже уже не кек. Ну, вся надежда на то, что ребаблинг сработает. Сейчас сплэш, кстати, отлично бы ударился. А, вот теперь уже... Вот сейчас сплэш, давай, херач. Ну, конечно, блядь! Не, нормально, нормально, то, что ты эту убрал, тоже нормально. Не, по идее, их должно хватать. Все-таки ты у нас в этот раз лютый человек, сабросос. И то, что у тебя два битбоксера на столе стоят, и сейчас все эти модули снова на это все навесятся, на твоего зайчика. Репера. Репер вообще навешивается нещадно. Да, мне дают юзлесных абсолютно андедов. Так, кабумбота продать. И ищем штаны. Штаны минус сплэш. Ну сначала все развесь. А куда же? Зачем ты сразу-то? Рустам, ну что-то вы ошиблись. Да, да, я не этот самый. О, еще и тетенька. Ну тетеньку ставить некуда, блин. А ну можем, если 9-9. Может, это грисбот? Но он с дружеской стороны потом дает. Не, тебе, кстати, давай фаури перебери. Тебе реально больше статов даст именно тетенька, Рустам. У тебя же, ты вспомни, сколько у тебя всего навешано. Да, ты прав. И давай триплет этого еще. На похуй Чаргла. Ну это, продать. Да, продавай, покупай Дракари Энчантер. И благодарите меня миллион часов просто. Обдрочиться и не встать. Вот. Ну, я все, кстати, я походу перестаю вешать баблы и вот это все сюда, я начинаю вешать баблы куда-нибудь еще. Да. Ну, а я человек-сапог, продолжаю сидеть. Так-то у тебя, блин, все равно все в реборнах. Ой, можно в яд, пожалуйста? Давай в яд. Очень надо в яд. Ну, он первым бьется, но бабл, так что пофиг. И Рустам. Крим-сэндвич просто. Сейчас узнаем, что, конечно, выпадет с дяденьки веселого. Да ничего не упадет. Ладно, дяденька. Этого ты вообще не почувствовал, зато вот теперь сейчас веселуха поехала. О, аж тут веселуха поехала, бог ты мой. Но ты еще не вышел, а я думаю, что я, ну, нормально напихаю тут. Должен. Дяденьки. Да. У тебя сейчас, если еще раз сплэш ударится, будет вообще кайф. Сплэш, к сожалению, не ударится. Это плохо, ты бы с плашом мог сейчас делов наделать прям. Наделать делов я ну, мог ты прям и так, конечно, невероятно. Наделаешь делов. Ну, блин, тут не хватит как будто. Ну най, 157 выпилен. Вот теперь можно и поиграть. Да мне хп-то по... Мне атака нужна. Ну, минус одна тушка. Ну, нет, естественно, тут... минус грейв-наратор. Андрей, когда вы научитесь грейв-наратора нормально тыкать? Да мне больше нравится, когда я научусь. Ну не, мне никак. Ну, а вот когда он вот так вот бьется, да. Там паскуда. Единичка и двойка. Вот он из-за того, что добил тебе четверку, сочнейше. Ну ладно, ты двойку добил. Пацаны выиграли 2,5%. Ну красиво, что могу сказать. Все по мушке сделано. Потому что у тебя он тебе сплэш вовремя выпилил.
Да, сплэш он мне выпилил невероятно сочно. Но не последний, на том спасибо. Мы идем к трупам, я левел ап. Как же вы сейчас будете меня обожать, Рустам, 1000 часов? Часов обожаю, блять, а куда ставить-то? А вот это хороший вопрос. Блин, надо было мне копнуть. Можешь назад отправить, кстати. У тебя Eternal Summoner, Андрей. Я заметил. А тут что с ней делать, я не знаю. На этот ход я тебе... Не, хочешь, я тебе раскопаю Джараксуса, Рустам? У меня есть деньги. У меня денег нет тебе отправить. А, вот это ты ошибся, конечно, что ты потратил всю голду на что-то. Я левелапнул, слышишь, и отправил тебе на последнюю голду и тетеньку. Eternal Summoner. Это, конечно, замечательно. Так... Тебя продать. Я не знаю, куда мне все это ставить теперь. Гулякабра, кстати, у меня... Подай очень... наратор, он у тебя все равно нихуя не реализовывается. Да. А у меня и так в руку спама достаточно. Меня вот гулякабра очень интересует. Сейчас, а вдруг я тебя соберу, кстати? Понятно, собрал 100 часов. Блять, не смог купить. Так... Видимо, минус ты. У меня вообще на всем есть хрип теперь. Даже вот так вот мы делаем. Так вот. Еще гулякабр берется. И вам отправляется очень важный подарок. Так, ну окей. А, мы к трупам пришли, господи, а что я переживал? Сейчас за Джаракуса мы Винфьюри ищем, кстати. Да, очень хочется Винфьюрик. Ну давай, повыпиливай мне шишки, давай, я очень хочу еще меха. Еще мех. Есть хех, еще реборн. Нормал дым, нормал дым. Ну реборн теперь на этого, да, на... На утилити дрона. Золотой зайчик золотой, наполняет ароматом кой. О, уже грязный, кстати, то, что Кангора нам Апрентис вернули. Ах, еще бы так... одно что-то сдохло, но увы. Да, еще бы одно что-то сдохло, но действительно, важно. Увы. А что там, не пацаны, не пацаны? Не пацаны, пацаны, к сожалению. Так, это идет к вам. Ставь его, потому что мне дали еще одного. Да. Сейчас Джараксуса не забудьте мне прислать. А, поставил. Джараксуса прислал. И прислал тебе Неруба. Неруба. Так, давай сначала Джараксуса копаем. А, ну он рендом дает. Ну, сомнительно, но 10 атаки. Это 10 атаки по 3 шишкам. Так, давай, сейчас только... Понял. Намек понял. Продолжаем. Экспериментики, Рустам. И Винфьюрик! Поехали! Думал, в сказку не попал, а вот в сказку попал. Но тут, увы, тут прям... Отец Петрович. Петрович, прям я бы даже сказал. Блять. Чё такое? Короче. А мне дали тебе гулякабру затриплетить, но... Да зачем? Может, продать дракали сейчас? Да нет, я слабенький. Ты главный керри, Рустам. Забей вообще. Да. Какой, куда, зачем, что вообще? Мне ваша золотая гулякабра вообще ничего не даст. У меня шишки 19 атаки. Я, кстати, первым еще и атакую. Так, вот, знаешь, оказывается-то... Так, кто мне пишет? Но эти пацаны впилили. То есть мы идем к лидерам. Да. Возможно, даже к пидерам. А, вот почему они лютые. Mm.
Можно ты первый? Ну, я баблы поснимаю, а ты с плешом их выпилишь, как у тебя план. О, реборд на гулякабле. Законтрил. Законтрено. Весь покрыт скрипами, я абсолютно весь. И как же хорошо, что твой реборнщик сдох последним. Да. Вот то, что я его сразу выпилил, вот это печально. Да, но ну, а проебали одного скелетоса. И сейчас я продолжаю их это вводить в зону вашего этого. Раз. Вашего два. И первый удар идеально, господи, какой же ты сочнейший. Так, ну а здесь, ну ты выглядишь чуть-чуть посильнее. Мне кажется. Особенно, да, когда я смотрю в правую часть вашего стола. Да, в правую часть смотреть это прям вообще один большой. Ну, Republic прошел. Republic. Удар. Удар. Партия. Удар. Удар. И еще один фигурик. Миска рис. Точно. Ну вот тут неудачно, к сожалению, но... Да забей. Ладно, нет, второй удар тоже хороший, пойдет. Мне нравится, одобряем. Не собираюсь. Бой-о-бой! Бой-о-бой, и еще мех. Еще мех. Кому нужен Грейвнаратор, когда Рустам там сам себе нахерачил Грейвнаратора? Так, вот это... Это отправить. Так, я опять первым иду, кек. Отправить. Блин, сколько же мне Джараксу дадут? У тебя там триплет не собрался никакой случайно? А, у меня же сейчас собрался. Все, до свидания. Так. Давай тебя сначала. Понятно. Что там, а сколько вы хотите Джараксусов? Вот вам Реборн. 10 атаки, как говорится. Вот вам... Виндфьюрик еще куда-нибудь. Место у тебя, так понимаю, не подъехал, да? Нет. Так, тебя, кстати, продать надо. Тебя, кстати, продать надо. У тебя, если есть место под продажу, это прям заебись, потому что вот я тебе отправлю, потому что мне руку разгрузить надо. Ну, я купил еще пас. На следующий ход я тебе могу дать пас, и ты мне пришлешь, например, Дракари. О, это хорошо. Сам там повыставляешься, все такое. Так, а что ты не выставишь? Алло, гулякабра! Только еще времени вагон и маленькая тележка. И еще сколько мне можно? Я каждый ход дают по 5 гулякабров. А пацан тебе нужен? Вот этот? Пацан золотой уже, ну, а ты крутанешь, как бы, ну... крутанешь. У меня все равно 2 голды, а ты крутанешь его на один просто. И пас я тебе пришлю. Так, ну здесь опять... Стандартная схема. Вот это печально, но спасибо, что не куда-нибудь в грязь. Да. Ну и реборнчики. Не проебаны. Гулякабра умерла не первой, бог ты мой. Моя задача опять это довести до момента, чтобы у тебя... Ну конечно, просто все удары только в нее. Кто бы сомневался. Чтобы ты с двух сплэшей все забрал. Тебе главное сначала не выпиливать трех квилборов, тебе сначала надо что-то левое удар убить. Ну и давай, куча глины, поехали. Давайте 12 хп добьем для разнообразия. Ну у тебя куча шансов. Ага. Ну нет, куча шансов сработали. Ну да. Эх, 24 ну, хп еще. Пойдет! И пойдет! Вот, видишь, у тебя первый удар правильно прошел. И вот Лерой сейчас неудачный, к сожалению. Ну, пацаны собрались. Ну, у тебя очень много всего остального. Да. Вот опять ну, я забрал за бабла. Ну, Лерой. Все, ну, ГГ. Окей. Сейчас я тебе пас пришлю, Рустам, пришлешь мне его. Нет, не пришлю, Андрей. Не пришлешь. Не пришлешь. Не, ну я чувствую, я прям не зря. Я прям чувствовал, что я саппорт. Я сел, и я просто... Я с каждого этого раскопки в шестую стринки-то, у меня с каждого раскопки приходил тебе чел.
И то, что ты второго поставил, и они вдвоем все начались, это тоже кек. Это прям вообще кек, это было прям хорошечно. Да.